Озаботился здоровьем казахстанских школьников и главный педагог страны. Министр образования и науки Ерлан Сагадиев прокомментировал болезненный для родителей вопрос о тяжести школьных рюкзаков. По его словам, ведомство рассматривает несколько вариантов решения проблемы. Некоторые из них уже внедрили, к примеру, ввели электронные учебники. Предлагается еще один вариант – корректировка расписания. К примеру, вместо 4 разных уроков – 2 пары одинаковых. Первое – это деление тяжелых, особенно книг, на 2 части. Первое полугодие, второе полугодие или прямо по четвертям. Вот книг в электронный формат. Сейчас работа это тоже делается. Как вы знаете, у нас вот для первого класса некоторые книги уже поделены. Совмещение уроков, чтобы, допустим, по тематике, по разным было у ребенка не 5 тематик в день.